На всех трех турнирах наши юные шахматисты показывали не только высокий результат, но и очень глубокое для своего возраста понимание игры. Практически в каждой встрече с соперником наши ребята играли творчески, старались побеждать красиво, и хотя это иногда не удавалось, впечатление о себе представители мозырских шахмат оставили очень хорошее. Конец учебного года отделение шахматы спортивной школы образования закончило очень даже неплохо. Вот из результатов хотелось бы отметить самый значительный. Это второе место Филипца Егора до 14 лет, что позволяет ему выехать на чемпионат мира либо Европы. И очень интересный результат показал Степнов Никита, который в 5 последних турнирах ухитрился взять 6 призовых мест. Кроме Егора Филипца и Никиты Степнова, победы на международном турнире в Гродно одержали Дмитрий Бутковский дважды и Александр Кривошеев. К тому же на этом соревновании произошло эпохальное событие для мозырской шахматной школы. Ее воспитанник Дмитрий Бутковский одержал победу над обладателем высшего звания в этом виде спорта – гроссмейстером из Литвы. Нет сомнений, что этот момент в своей шахматной карьере Бутковский запомнит на всю жизнь. И, быть может, после такой игры у Димы появится дополнительная уверенность в своих силах, которая поможет ему уже в ближайшие годы стать, если не чемпионом, то хотя бы призером мирового или европейского первенства.